Поздний СССР в смысле обеспечения своих нужд грузовой техники был вполне себе самодостаточной страной. Предприятия работали практически полностью на отечественной технике и от заграницы не зависели. Одним из самых известных производителей техники был Минский автозавод, который запомнился многим отличными грузовиками для дальних перевозок. Сегодня я хочу вспомнить почти о легендарном автомобиле МАЗ-5335. Классический грузовик для дальних перевозок периода СССР. Он имел бескапотную компоновку, ведущий привод задний, колесная формула 4х2. Первый МАЗ-5335 сошел с конвейера предприятий в 1977 году. На него поставили шестицилиндровый двигатель, который выдавал мощность в 230 лошадей. Трансмиссия механическая, пятискоростная. Весил автомобиль 15 тонн и еще 8 тонн мог взять на борт. При этом максимальная скорость равнялась порядка 85 км в час. Расход топлива очень скромный для такой машины – 23 литра на сотню километров дороги. При этом запас топлива хранился в бензобаке емкостью 200 литров. Если послушать бывалых шоферов, грузовик отличался надежностью и неприхотливостью, отлично себя зарекомендовал, работая в разных условиях. Выпуск модели был прекращен в 1990 году, но еще и сегодня на улицах иногда попадаются вполне рабочие экземпляры. Если вам приходилось работать на МАЗ-5335, делитесь своими впечатлениями.